Ну, позиция тюменцев радует, но говорить это одно, а действовать другое. Насколько тесно ГИБДД взаимодействует с обычными людьми, готовыми помочь? Всегда ли звонок в полицию поможет дать ход делу? И как правильно себя вести, если вы стали свидетелем правонарушения? Прямо сейчас обсудим с главным госавтоинспектором Тюменской области Геннадием Лоточкиным. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, вообще, насколько у нас активно общественность помогает ГИБДД? Ну, я вам приведу пример. Если раньше мы говорили три года тому назад, говорили, что если кто-то позвонил в ГИБДД и увидел, что за руль стоит пьяный, ну, это когда бы гражданская позиция, мы это как бы всегда стали примером. А сейчас это ежедневно более десятков звонков в госспекцию, в органы полиции о том, что за руль садится или кто-то есть в состоянии алкогольного опьянения или ведет себя неадекватно. То есть это стало у нас в Тюмени, по крайней мере, нормой жизни. Это хорошо. А если общая статистика, вот сколько людей помогло задержать, допустим, вот этих преступников, мошенников, ну, не мошенников, ну, правонарушителей? Если плюс-минус, наверное, там 30. Но у нас поступило звонков более 700. Более 700 звонков. С начала этого года. Это по нарушениям правил дорожения. Из них где-то около 250, наверное, около цифры, это те были предупреждения, звоночки нам стучали в колокола, это те лица, которые находились или в состоянии алкоголя, или алкогольного, или наркотического опьянения. Но это мы говорим о звонках, а что касается видео, отправляют тюменцы вам? Очень много видео отправляют, когда и садятся молодые люди за руль, подходят к машине, открывают, где-то жестикулируют, где-то что-то говорят, друг другу объясняют, садятся за руль. У нас есть видео, когда молодые люди заходят в небольшой мини-маркет, оттуда выходят, с бутылками пива, но видно, что они на веселе. Есть у нас такие видео, мы бы их с удовольствием показали, чтобы население увидело своих героев в лицо. Вот смотрите, кстати, по поводу видео. А если у нас есть видеозапись, ну, к примеру, сейчас приведу такой банальный пример. Человек выезжает на встречную полосу, садится нетрезвый за руль. Это уже может она являться основанием для разбирательства, да? Это основание для привлечения к административной ответственности. Очень много такого видео. И граждане нам присылают, когда водители выезжают на полосу встречного движения, при этом в опасности другие участники дорожного движения, и однозначно мы привлекаем к административной ответственности вот это лицо. То есть видео является доказательством по материалам административного производства. Геннадий Дмитриевич, а что делать? Допустим, хорошо, мы сняли, а куда отправлять? На какой сайт? Просто многие не знают. Многие знают 72.ru. Все. Но знаете, еще многие боятся. Вот, допустим, я девушка, допустим, хорошо, я увижу пьяного мужчину, который садится за машину, за руль. Но я же маленькая, он меня просто одним ударом. Действия какие должны быть? То есть позвонить? Позвонить 02. Мы сейчас всем обращаемся. Позвоните 02. 02, все. И то есть сказать нужно будет номер, получается? Номер машины, да, чтобы мы тоже передавали в эфир ориентировку для задержания, задержания транс-средства, которое вызывает подозрение. Андрюш, мне еще интересно, как, например, вот эту с агрессией справиться вот этого нетрезвого водителя? Ну, допустим, не нужно как бы вставать в полемику, просто сесть в машину спокойно, потому что если лицо в состоянии наркотического, особенно наркотического или алкогольного опьянения, он, конечно, агрессивный. Не надо вступать в политику, спокойно сядьте, отъедьте и при этом сделайте звонок 02 или госспекцию. А если человек сообщил, ну, то есть позвонил, да, в ГИБДД, сообщил о случае, но не представился, ну, то есть умышленно, ну, не хочет человек свое имя сообщать. На этот звонок будут реагировать? Однозначно будем отреагируем, будем принимать меры к задержанию данного автомобиля. Ну, давайте еще раз напомним, что нужно делать, когда мы видим... Это, значит, сайт 72.ru, это присылать видео. И телефон 02, и, может быть, есть какие-то другие телефоны? 794-610, пожалуйста, телефон свободный. Почему он освободился? Потому что этот телефон был задействован для оформления ДТП с материальным ущербом. Сейчас это к нам не обращается. Граждане, участники дорожного движения оформляют самостоятельно ДТП, он у нас свободен. Спасибо большое. Хорошо, спасибо большое. Будем надеяться, чтобы только трезвые у нас люди ездили только по нашим дорогам. Спасибо огромное. Спасибо вам. До свидания. До свидания.